Аслан, Аслан, порядок наводишь, да? Это вообще-то твои анализы. Аслану видней. Как и что должно быть. Да, сынуля? Пупс. Ты с мамой не разговариваешь, что ли? Совсем не разговариваешь? Пупсик. Даже не реагирует. Как он сильно занят. Наши баррикады. Но эти баррикады, это, например, Аслана не удержит, а Зихрашку еще могут. Аслан уже переходит через них. А, бегом в ванную, дверь открылась. Бегом. Мои хорошие, спят мои солнышки. Уснули. Сперва уснула дочь. Моя девочка. Потом сынуля. Он без этих одеял вообще не может. Лето, жара, все равно он спит с этими одеялами. Я не знаю, как там он с ними расстанется. Вот так вот мы спим. А я вот сейчас немножко наведу порядок. И потом прилягу. Ну вот это вот слово прилягу, как только я прилягу, доча просыпается. Всегда так. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас что, суббота? Число не помню какое. 15-е, кажется. Вышли мы в город, у нас были делишки, какие покупки надо было сделать. И идем в сторону моря. Как назло, именно сегодня мы не взяли с собой дожди для коляски. И я слышу гром. Но все-таки надеюсь, что дождя не будет. Пизайзем. Пизама. Эвет. О, они. Гузель дьюди. Эвет. Эвет. Ярмисей пицца. Там вкусная пицца была, кстати. Пойдем покушаем. Пока час. Завтра день папы, да? Я не знаю. Ярын. Папа наш крым? О, популярки ему ярын. Ой, я даже не знала. Сейчас узнала, что завтра день папы в Турции. Вот так вот. Так, мы свернули. Капает, да? А-а-а. Аслан, убирай скопат. Пока. Пока мы заказали пиццу и ждем, я вам сниму немножко. Видите, да, погода как испортилась. С ним капает, дождик идет. Но не такой прям сильный-сильный. Это дорога любви. Продавцы все позакрывали свои точки. Ну, товар, точнее, прикрыли от дождя. Так, стокс. Доснимаю немножечко для вас. Я люблю такой дождик. О, какая красивая машина. Спортивная BMW. Только заметил. Где-то каркает ворона. Опась. Дети мои уснули оба. Представляете, оба сразу уснули. Вот они, мои солнышки. Спят. Пицца. Эвет. А, чай. Это маленькая пицца. В прошлый раз мы брали средние. У него другая, у меня и у Светы другая. Это единственное место, где вкусная пицца. Такое кафе такое, знаете, не скажу, что прям такое прям кафе шикарное, но пицца вкусная. Пицца Венедикт Экспресс. Чанкая.
поели мы вкусной-вкусной пиццы. Сейчас идем в сторону моря. Дождик так, знаете, то идет, то останавливается. Но сильного такого дождя все равно нет и не холодно. Погода очень теплая, хорошая. Такая погода, в которую хочется сидеть дома с открытым окошком, у открытого окошка и пить чай. Супер. Даже Света. Я говорю, погода хорошая, я говорю, тепло, говорю. Хоть так смотришь, да, на камере смотришь, кажется, что прям такой холод, такая сырость, такая хорошая теплая погода. Море такого цвета, как и небо, и такое страшноватое такое. Как-то привыкли, что море или голубое, или синее, или зеленое, или бирюзовое, да, но какой-то там зеленый, бирюзовый, голубой оттенок должен быть. А тут оно серо-зеленое такое. Зеленым даже не пахнет, серое. Теплый ветерочек. Все с телефонами, слушай, все блогеры что ли здесь? Ама, мы сыр! Ама, пицца едет меня! Я поела пиццу, она в меня не залезет, кукуруза. Так, мы направляемся в сторону района Алсанджак. С этой стороны кафешки заведения. Цветочки какие красивые. Интересно, что это за цветочки? Девочки, подсказывайте, вы же у меня все знаете, все. Опась. Это вообще такого красивого цвета. Вот эти. Папа стоит под навесом. Не дай Аллах, его деток дождем чуть-чуть накапает. Принцесса? Принцесса недовольна. Она хочет, чтобы ее взяли на руки. Папа уже на испанском с ней разговаривает. Он уже не знает, на каком языке с ней разговаривать. Уже на испанском чешет. Светик куда делась? Идет свет. Да, садится солнце. Вон там закат. Ой, как хорошо. Я бы сейчас босиком по этой травке походила бы. Если хоть уверена, что она не стекла. Да. Ну, когда была беременна, я здесь шастала босиком. Зикруша! Не снимай! Слушай, как трава пахнет. Ну, после дождя. Тик-тик-тик. Тетя Света. Асланчик. Асланчик занят. А тетя?
Принцесса пришла. Тоже пришла, да? Уже шажочки делаешь, да? Или прыжочки делаешь? Прыжочки. Прыжочки, прыжочки. Молодцы, мамины сон. Молодцы. Она прыгает, не идет. Да, она пока не... Нет, она делает шажочки, но не так, как он, естественно. Ой, как бы мне там в яму не попасть, как есть. Нету там ямы. Разрешаете? Да, спасибо большое. Молния была. А, это иностранки танцевали. И играют иностранцы. Компашка играет. А, вот они здесь на пикнике расположились. Там что-то впереди у нас. Что-то там... Музыка, ярмарка, наверное, или фестиваль какой-нибудь, что-нибудь. Туда доберемся еще. Потихонечку у нас темнеет. В ту сторону светло еще снимать, а в эту темно. А музыка все громче и громче. Мне очень интересно, в честь чего, что там вообще. Мы сегодня, мы, конечно, туда протиснуться не сможем, потому что с коляской, но хотя бы узнать бы, что там. Живой звук. Надеюсь, не забанят мое видео. Уже ничему не удивлюсь.